Приветствую, друзья! Еще серия интересных упражнений нас с вами ждет. Мы будем играть упражнение Ганона. Шарль-Луи Ганон – это легендарный французский пианист, который написал целую тетрадь упражнений. И вот три из этих упражнений мы с вами сейчас разберем. Давайте перейдем к первому. Итак, упражнение Ганона номер один. Как оно выглядит? Мы задействуем сразу все пальчики. Давайте начнем с правой руки. Я прям поближе прошу показать. Следующая последовательность. Первый. До пятого дошли, через вот эту клавишу мы ее не нажимаем, и спустились вниз. То есть вот задача такая. Можно медленно поиграть. Отработать нужно вот именно вот эту вот, этот блок правой рукой. Можно то же самое сделать с левой. Все те же самые клавиши, только у нас получается пропускаем нотку ре. От ноты до. Когда вы будете играть, друзья мои, обязательно играйте вот такими царапающими движениями и обязательно расслабляйтесь. То есть вот кисть ваша полностью должна быть расслаблена. Играют только кончики пальцев. И давайте попробуем сыграть двумя руками медленно. Проваливаемся в снег, да, и как бы переступаем одной ножкой на другую. Как бы ваш вес, вашего тела переносится. Поиграли вот эту комбинацию клавиш. Теперь, смотрите, следующий шаг. Мы вот эту комбинацию передвигаем на ступенечку вверх. То есть, получается, от ноты ре, пропуская вот эту вторую, да, мы играем все то же самое. Получается. Теперь давайте вот эту комбинацию и еще на ступеньку вверх подвинем. Обязательно следите за тем, чтобы руки у вас не зажимались, чтобы все было от плечей, от спины до запястья, все свободно. И таким образом мы с вами перемещаемся все выше и выше. И еще выше. И еще выше. И дошли до нотки до. То есть мы сейчас выучили с вами такими блоками. Теперь мы можем с вами выучить все вместе. Смотрите, как это будет. Дошли до этого и сразу переходим на следующий блок. Дальше следующий блок. Следующий блок. Дальше следующий блок. Я все время держусь, я все время не отпускаю клавишу, у меня, потому что я как бы стою на клавиатуре, да. Дальше следующий блок. И финальный блок. И мы дошли с вами до нотки до. Обязательно играйте это в медленном темпе. Потом можно постепенно переходить уже в быстрый темп. То есть, друзья мои, задача в быстром темпе сохранить те же самые ощущения. То есть, если, допустим, у вас начинают слетать пальцы, обязательно также постарайтесь хвататься, вот именно царапать как бы клавиатурку, да, то есть вот такие вот мелкие-мелкие движения. То есть можете даже еще раз проверить на закрытой крышке, быстро поцарапать так вот, да, каждым пальчиком. То же самое, примерно такие же ощущения будут у вас в быстрой игре. И так далее. Начинайте обязательно с медленного темпа. Ну и присылайте ваше видео, с удовольствием посмотрю.